Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я расскажу вам прогноз погоды на 2 ноября. В Барнауле ночью минус 7, днем плюс 1. В Белокурихе ночью минус 6, днем плюс 5. В Горном Алтайске ночная температура около 0 градусов, а днем температура похожая. Теперь посмотрим, насколько отличается прогноз погоды в Бийске. В нашем городе ясно, ночью минус 6, минус 8, днем плюс 3, плюс 5. Как хорошо, что у нас в стране есть такие праздники, которые дарят нам дополнительное время, которое мы можем провести с родными и близкими. Желаю всем отлично провести праздничные дни.